Сейчас вот это музыкальный инструмент кокчур. Кокчур. И еще, да, и вот именно из копытца оленя. Я еще сюда добавляю вот колокольчик. Это как бы звук очищает. И точно так же все связанное с бытом оленеводов. Да? То есть копытца оленя. И еще суставы оленя бывают. Да? Вот это унтун. Круглый эвенский бубен. Гесун. Унтун. И гесун. Гесун это вот который. Но гесун это как бы без унтуна гесун не может быть. Точно так же гесун без унтуна не может быть. Потому что обязательно гесун для удара. Пожелания вам, уважаемые гости, дорогие наши, и чтобы никакие трудности вас не одолевали, только светлость вперед и вперед, с радостью в душе, теплотой в сердцах. Спасибо. Так, я вот как кочевник оленевод, всю жизнь кочевал, ну, не всю жизнь, а вот с
с родителями вместе, все равно с бытом все связано, это оленеводство. А, пасти оленей, как учился, да, и потом становился взрослым юношей, и потом становлением личности меня, песня всегда меня окружала, везде и песнопение моих бабушек, дедушек вдохновляла, и радуюсь, и получаю от них, от их песнопения огромное удовольствие. Песня оленевода. Слышите, да, бубенчики, это то есть на музыкальном инструменте унтун, то есть такие колокольчики, не колокольчики, а шумовые, да, чтобы как-то давали лишний звук и гисун. Да. Это горловое пение. Это горловое. То есть есть песня просто. Это без сопровождения бубна, да? А так, чтобы более эффектно и более еще давать темп своему, то есть ты используешь унтун, бубен, да? Как бы у меня ритм, как бы бега оленя. Да, и слушаешь, и даешь себе тон, что как он бежит, если как бы крепко на ногах, и все, и сразу подтакивает. И впечатляешься, и даешь тон. Так, и еще какую песню? Сейчас. Так, песни «Чайки». Но чайка везде, она спутник нашей жизни вообще, рыбака всех. Мы все-таки и в нашем области и оленеводы, и рыбаки, и для рыбаков это обычно, чайка это спутник, да, среди удачи, удачной рыбалки, радуется, когда улов большой, да, и обязательно подкармливаешь чайку, чтобы дальше... удача сопутствовала, и она тоже своим криками и со своим как бы с волной, как бы на лодке или на ветке плывешь, и обязательно как бы тебе помогает эта птица.
попасть.